Итак, 11 минут побегушек по карте. Вроде бы. Оно только вышло я. Я вроде успел прочитать в описании, что тут тупо ползать будут. То есть, пока видео качалось, я успел прочитать, что тут будет только бег и вся хуйня. Ну, типа, открытый мир. А у этого коридора я вижу больше сделать, все равно только слушать нечего. Да, у него вообще брони нет, видели? Он тут варк такой. Нет, скорее не коридор, а вара, да. Даже блокировать можно на коридоре. Вау. Что-то новенькое. Можно призвать пауков. По-прежнему можем спокойно бегать по карте, оббегать врагов. И они тебя больше не догонят. Вау, альфа-каравар. Ну, это с первой части, типа, но там, по-моему, белый не был. Или был. Я уже не помню, не хочу. Поздно, спать хочется, думать вообще не хочу. Но они лазать, по-моему, в этой части умеют. Да он тупо идет и будет кто-нибудь троит. Ладно, хуй с ним, хуй с ним. Ну да, да, лазать, я знаю. Вот по вот этим балкам они не умели вот это лазить вот так. Тем более останавливаться. Красиво. А можно призвать сразу Альфа Карагора? Просто интересно. Что-то вроде местной арены. Вау. Что это было? Что? Ну да, да, хорошо. Хорошо. Я хочу нанять, хорошо. Да. Угу. А, вот эти сауринские вышки, ну что это такое? Обычная какая-то башня. Чё? А, я думал, у меня компьютер повис. Бля, я испугался. Чёрный экран. Дождь, клёво. Справа внизу какой-то значок. Красиво. Одна, короче. Хрена, этот рог стало слышно теперь вообще на всю карту. Что-то совсем расклеилось. Я так понял, в этом ролике тупо летал. Да. Себе. Что это за значок капитана? Типа территория какая-то, я. Ладно, еще с этим я могу разобраться, да, там воспоминания миссии. Сзади. А эта хуйня не умеет приземляться? Наверное, нет. Однако карта очень красивая. Вот так вот чисто уже полетать, чего только стоит по одной локации. Уже можно часов так эдак 200 на закате, да, еще. Класс, 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 класс. А я люблю, когда солнце уже ушло за горизонт, оно оставляет такие розовые такие тучи. И получается небо красочное. Такой послушный. Паркур,
теперь паркур, время паркур. Он использует фокус, когда бежит. Просто, типа, без разгона, видишь? Хорошо. Я думал, он возьмет фокус и, типа, как бы определенное количество фокуса. И... Хорошо, хорошо. Там кто-то броукен, какое-то животное броукен. Его уже убили. Какая-то местная казнь, да? А, не, они просто сидят. А эту хуйню можно скинуть? Мне ничего не пишет. О, как раз чел попал в комментарии, что ты там... Александр Абдулов написал, что там чувак попал 11 сил и запиздил Олахая. Я понял, потому что типа скрипт сработал, потому что у Олахая было мало хп. Я проебал, я просто... Ну, я говорю, я болею, я сейчас... Голова болит и, короче... теряюсь. Ну такая растерянная, знаешь. Ну как бы. Ну так. Ну как тебе объяснить? Ну то есть, типа, как бы я помню, да, но в такие моменты, когда нужно отвечать, просто теряюсь и все. Или несу какую-то хуйню. Нахуя он прыгает. Ну да, перемещаться стало явно легче. К зданию, блядь. Ну, ладно, захотел убить их быстрее. Гля, какой паркур, пиздец. Куча сведений, просто. Ой, меня пригласили на этот конференцию Warner Brothers. Блять. Ну, хорошо, сейчас допишу. У руки дотупили, типа, что поверху прыгает Талион, и они такие, ты это слышал? Во-во, нихуя себе, ну не такое. В первой части можно было бы спокойно бегать. Точнее, можно бегать прямо перед ним. Ни хрена он запрыгнул. Законы физики в жопу. Ну хорошо. К этому тоже придираться, пизду. Мне нравится, как он эту спину так выгибает, когда берет. Покажи нам, что это за вышки, что это? Так, хорошо. Грауг. Грауги тоже научились паркурить. Очень клево. А можно сожрать Олахая? Аля. А это необычный Грауг. Или обычный. Но, по-моему, в первой части с шипами это были эти, типа, крутые. Да ну нахер, он умеет. Да ну. Как она его выдерживает, по идее? В первой части вот эти грауги, типа, были крутыми, ну, типа, второго уровня. Без, ну, бомжи, короче, грауги были без шипов. Ну и потом последний, третьего, это по квесту. Это самый большой, типа. Его вообще изи забить просто. Просто идет вообще, никто не мешает. Они типа запрограммированы не мешать или что? Да нахуй. Вау! Новый палащик. А можешь жрать Карагоров? В первой части как бы... Нельзя было, но NPC играл мог, ну, типа анимации. Бум. Как он классно встал, да? Ну вот, просто, ну вот. Отлично встал, просто 10 из 10, бум, отлетает и такой типа... Хуй с вами, хорошо, досмотрим это видео до конца. Okay.
Ну, хоть клёво сделать. А можно их, типа, с пола брать, или они должны встать? Не знаю. Ну, вот эта палатка точно не выдержит граура, это бред. Нет, ладно, я... Ты шо, я ж просто балдею, тащусь. У них бессмертный режим, они просто бегают по карте, и обнаружение, видимо, отключили. Просто смотрит на игру. Бум. Ну, типа, улетел. Хорошо. Ну, вот это вообще жесть. Смотри, как он лезет. Просто. Хотя, по идее, они медленные. Похлопаем, блять. Ладно, залезал на палатку, но прыгать с такой башни на палатку. Пиздец. Я говорю, это варги, они без брони. Улетел. Че, уж паук? К паукам пойдет? Паук. Да ну нахер. Сейчас паркур просто вести. Гля. Что это такое? Это типа это... Бля, это какая-то классика, я не помню. Хуй его знает, блядь, я в классике вообще, блядь. Чё, типа, конец? Атмосфера. Зелёный дракон? Всё. Change it and unlock this flesh. Where is your root? Your vitals. Do you grow? Блять, она, ну, там порой английские слова проскакивают, но в основном это походу черный язык. Но там есть эти типа отринувший плоть, потом что-то несказанный. Do you with them? No. Change it and unlock this flesh. Where is your root? Your vitals. Do you grow? Типа ты уходишь, так, ну типа отрин, ну хорошо, хорошо, бессвязные пока. Do you with them? No. A lifeless beast are you, but no. Типа я вселила, ну блять, я насколько могу разобрать, это наверное сейчас фантазия уже из мордорских слов, но говорит типа я вселила в этого зверя жизнь, но типа не ради тебя. Что-то вообще, что-то тут походу я просто накручиваю. What would you suggest I do? Throw down your sword and kneel. I will not kneel to this thing. Короче, типа говорит, преклонись, потому что мы не можем ее победить, а он говорит, типа, я ни за что, типа, не буду этого делать. Видимо, это вот это... Ой, блядь, сейчас будет орать? А, нет, конец. Ну, хорошо. Хорошо. Вечер, в принципе, задался. Посмотрел на паркур Грауга, на фристайл Урука. Неплохо, неплохо, неплохо. Неплохо. Не нравится. Хорошо. Нахер, короче, надо, блядь, ложиться спать, короче. Все, если я еще что-нибудь найду, я обязательно залью, вы же знаете. Ссылка в описании на видос.